стороне обойдем, то есть. Двух ближайших надо будет убить. Книга еще одна под кристаллом. А может быть такое, что там книги типа нету, да? Ну да, может проклятики. Там еще над книгой кристаллик, туда это ее брать не надо. Я в этом не верю. Там дадите? Сейчас вырастет моб. Второму. Рога. Рога, рога, кидни, рога, кидни, кидни, кидни. Это был стан отцовый. Это был, да. Это был супер стан отцовый. В форме кота был. Это был мини-кидни от Ферала. Он даже не шарит. Я и говорю, совы. Вот, а если бы не было совы в рейде, мне свайпнулись бы нахуй. Стойте. Не, они все равно появятся. Все равно пиздить их, короче. Нереально пройти. По-любому, да это... всех не надо, всех не надо. А, блядь. Упал, уж всех собрал. Да убьем че. У кого еще есть тройной сбив коста, блять? Возле меня он книга стоит. Под шаманом. Так, что-то подобрал. Мучение воргинов, это что тогда? Ну, читаю. Лишнее. Не варик, да? А у кого на РДД есть, блядь, что-то нормальное? Так, сейчас в ВОС убегай. Лучше в ВОС. У меня на РДД и на танк. А на РДД что дает? Дополнительного. Гомунку, блять. Злобный гомунку. Всех сразу агрить не обязательно. Мы за кондёром заходим, да? Конечно. Сейчас быски по чертя. Чертяка, змееглазый. Зачем ты спрятался? Что? Войт. Еще мобы, блядь, стоят. А. А я думаю, что бой, блядь, попить не могу. Сейчас еще мобов ебануть надо будет. Что делать бы? Смотреть, этот босс вызывает пиздюка поменьше. Он, типа импа такого, только... КП у него там побольше. Вон он стоит даже рядом. Когда его убиваешь, на боссе появляется баф на увеличение 25% урона. На боссе? Ну да. Да, дебаф на боссе на увеличенный урон, да, по нему.
А потом второй пиздюк все равно появится. И, кстати, локом пофиксили. Ничего я локом не могу с ним сделать. Так что танк затаунтиваешь его и набиваешь агро на нем. А то он хуярит по 15 тысяч. Костами. Какого-нибудь ретрика запросто убьет. Охерять из него. А не, он держится на танке. Блять. Ну, типа, вместе с боссом и с этим мобом. Там нечего хилить даже. И еще ну, один момент. Будет появляться вон здесь круг. Там цепь будет появляться. Нужно будет свечить совсем РНД. Ну и можно, всем. Ты слышишь? Может не будем их там дохуя хп. Похилят просто. Ну, 20 секунд постоит. Ну, если хила возьмет, можно свечнуться. Не, там, там вообще еле-еле бьется. Прям. Ну, не цепь. Рекомендую. Цепь, если хила возьмет, свечимся. Если не хила, то можно не бить. Ну давайте, ну там, там один хил, пока в цепи ничего никого не потеряет. Ну смотрите, я если вы не против, я посмотрим. Могу вообще ничего не говорить. Если вас раздражают подсказки мои, я могу вообще ничего не комментировать. Я просто это чуть-чуть РЛ, короче, извиняюсь. Посмотрим по ХП, короче. Сейчас будем бить чертя, мел. Кто большого. Импы из порталов появляются. Начнет появляться импы из порталов. Там семечком будешь кидать. Да и все по ним. Вроде этого хватает. Да там ретрики, ну еще ДКшка. Да, да, АУЕ эти клево. Да тут АУЕ пак у нас, блядь. АУЕ рейд. Встанем, встанем только, да, встанем только. О, блядь, крылья отдал. Ну пуляй хули. Давай. Там пацан пошли. Уже крылья отдал, блядь. Го вот зеленую прям встанем, да и все. Мобы по 60к. Кстати, Геру можно давать откатиться, да, все равно. Гера, Гера. Дроп ебал. Цепь 300к. Ну да, она там 25 секунд или 30, блять. Мы ее за 30 и убьем, короче. Типа, нахер она нужна. Вот так вот, да? Сова, блять, стан дает нахуй. Не, ну там любой может постоять, мне ничего поделать. Ну так, кинули, блядь, пацана, ебать. Появился, походу, рогу там пиздит. Мы все забрали, да? А, не, не вижу даже мобы. Вот он. Летрик, поставь ауру в издаление. А, бля, у нас ШП нету, да? Промахи. Или сова, сова что ли? Совы же есть, да. Чё, я сейчас промазал по боссу? Сова, ну-ка босса побей. А какого хуя ты не черта бьет? Черта бить, да? Ну да. Ты нас не, снял? А он больше не дает. Он больше не дает вот этого. Ну короче, блядь. Дебафа больше не дает. Ну хуй знает, один раз вот дает и все. Больше не будет на боссе нихуя. Его один раз только можно убить и все. Да. Да, да. Че за, блять, как? Инер фаер шаме, дайте. Ну так было, я говорю как было, как есть, типа я не от себя это придумываю, просто так было. Там бы это АУЕ залить, да? То что-то застакалось. Сейчас заручу. О, так-то лучше.
давай боком, блядь. Отбейте, трешит, может больно бьет. Там, ох. Да ёпт. Давай контёр, сука. О, сука, металка. Не сегодня получается. Блять, ханту еще шмотка. Металка прикольная на танк. На протовара, блять, которого нет. Которого в рейде нету, да. Сука, где мой протовар, блядь? Сейчас бы за этот. Что-что? За дизенчан давал синий рейк. У нас обе десятки, кстати, провели, и в обоих десятках кондёр упал. Уже два кондёра, короче, в гильдии. В первый же день открытия кары. Давай не трави душ. Вообще похуй. Таглы. Я вон триньку, блядь, скрипя сердце, с рюкзака передал танку. Ну он танчит, блядь. А, еще часы Мороуза упали. У нас тоже упали час. Часы я бы ДК-штуку взял, но на нем ювы нету, блядь. Просто нашему пацану на X3 4 месяца ходили, ни разу часы не упали. Мороуза. А тут сразу прям. Рандом, короче. Ой, залупа, конечно, блядь. Тут, короче, танк не нужен. Ой, я поезд даже не смотрел, а что там за поезд был? Одна дырка перед меткостью. Бля, у меня хас меткость. А нужен кому-то пояс? Ну, я взял носовую меткость, нахуй, подбирать понадобится. Я вот не знаю, я даже... Хотя, блядь. Душенька, у тебя есть тогда шмот для доспек? Там вообще говно полное. О, где ты сапоги эти увидел? Может, где давай он похилит, а я в ДД? Рога, это откуда такие сапоги? А, там это залупа. Там, по-моему, где-то 60 мастерства есть. У него в хиле мало хилею. 201, как бы. Сильно, сильно. У него в хиле 201 левел. Ты чё, вы паритесь? Да так пошлешь, ничего страшного не случится. Главное тикать аркан школы касты. А где другие? Смоньте. Да? Смотрите, он фаер в первый кастует для того, чтобы их не получать, макс рейнджа ставить. Они там больные. Найдите каску, пожалуйста. Каску МК кончается. Сапоги проедохи, блять. Еще бы назвали сапоги уёбка, блять. Так, смотрите, когда на полу появляется огненное оружие, вам ни прыгать, ни ворочаться, ничего нельзя. Стоите на месте. Двинетесь, пизда вам. Blizzard, выходим. И когда аркан explosion,
он притягивает всех к себе, а к стене убегает. Да не то, что пизда вам, а весь рейд умрет, все 10 человек. Так, чтобы все понимали, если кто тут не был. На лоу хп появляется лем, 4 лем. Лук одного банишь, второго фир. И, блядь, а что с остальными делать? Бить босса. Паузу танчишь. Их босса. Как раз. Да, чародейский кикаем. Ну чё там? Всё, подходите сюда, все. Распределитесь потом по комнате. Хотя можно и здесь стоять. Давайте не обопрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Без Близзарда уходить. Он не бьет здесь Близзард. Ну, вообще ноль, то бишь. Не работает. Сейчас посмотрим. Так что да. Даже на БК у него хп меньше было, бля. Скалирование, а во. Почему мы лучше, так сказать? В Гере. В Гере он интересен. И венец. Не двигайтесь. Пропадет, потом будете двигаться. Если надо. Тут, в принципе, можно и без хилайки. Не, элементари-то больно будет бить. Бомжей можно на элементари сдать. Ну да. Даже не можно, а нужно. Сбивайте, сбивайте. Пиздит. Короче, правых законтролишь, ну или ближайших к себе. Угу. Очень интересный бой. О, видите, не бьет нихуя нас. Да, уже был, да. Нет. Не двигайтесь. Геру на элементаре сдадим, да? Или не будем уже? Да похуй, не сдадим. Так убьем. На следующего ставим. Где в пустоте, кажется, или как он там на русском? Незерспайт. Очки, я прыгаю туда. Чердам масс сначала. За баню дальнего. А этого за фирю. Я себе по 4500 хуярящ. Не двигайте. Грипнул там, смотрите, не умрите, я никого не забанил, не зафирил, блядь. Сука, сейчас убьет пацана. Живи, 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 живи.
Не-не, сука, убила, пала. Дотанчивайте кто-нибудь. ДКшка, дотанчи просто. А он не танчится, он в рандомного кастит. А, да, он же не танчится нихуя в натуре. Просто идеальный. Он весь бой не давал, да, этот грипс. Так должен. И тут дал, блядь, идеально, нахуй. Когда контроль заканчивался. Ебанулся, что ли? Дед, ты чё? Напоследок. Ну, почти убили. Там, книжку, если у него мана кончилась бы, это... Книжку да, с него, книгу ребят. Сбейте. Квестовая книга. Бля, вохан ту фартит-то, бля. Бля, тапки за лук, конечно. Чисто там... Нет. Так, дождись давай, да? Я бы даже одел тапки. Как времянки, другого-то нет ничего пока. А где сдавать это фуфло? Ну я бы тоже одел тапки, да? Это фуфло? Это я сам не помню, где сдавать. Квест потом сдадим, там же, где брали его. Перед подъемом Корану, да, снизу. Но он никакого смысловой нагрузки не несет. Вот чё, когда рейд закончится, возьмем эту монету. Да, пошли. Пошлите. Ой, туда, блядь. Дальше. Этого... На гнева, да, пошлите. Потом я вам левитацию скину, мне спрыгните. Да там можно после рейда, другу порталов же надобавляли. Ну там 4 портала всего. Не самых удачных, кстати. Не, ну лучше, чем вообще ничего, в принципе. К Молчезару прям портал есть. Молча можно там не волоёбить через, ну через там, через дверь не выйдеть. Но мы все равно и выйдели. Через дверь, но это... На ну, чтобы не можно... падать, блядь. Конечно, нормально выйти. Ну, если, в принципе, что-то пойдет не так, то не надо к нему бежать 20 минут. Портал прямо к нему. У меня есть уже такая книга. Где там наш ДД книга, блядь, дайте мне. Сейчас тут появится, если не успеем пройти. Мне это кто? Войд. Что там РДД дает? Ну-ка. Дополнительный урон от Shadow. А нахуй мне Shadow, блять? У меня аркан и сила природы. Это дополнительный урон будет наноситься. Как трение, типа, с острова. Дайте, где там, что у кого? Ну вот, я шифтанул две, кому какую, у меня не так. Так, печать исцеления, так это не то. Усиление я бы тоже взял. То. Я на молча ТПС дам. Если можно, мне тоже кто-нибудь найдет. Пока не нашел. Вот этого бить. Что-то их тут дохуя, мне кажется. Нормально, 4. Тут 2 должно быть. Хрен его знает. Хан, дай книжку. Вроде у стены еще и должно быть. Спасибо. Там дальше еще будет перед шахматами две книги. Конечно. На БК, блять, это таран. Так ебал. Тут это, блять, чистый трэш какой-то. А у них и на БК столько же ХП? У этих мобов? Ну вообще, в принципе, вот у трэша здесь. На БК уран 800к. Это нормально, в принципе. Бой минуты 3 идет.
кто сапоги спиздил. Ах ты курва. Скинул его нахуй. Третий пояс, блин. Лучше бы кольцо упало уже, не? Ну или там перчатки с двумя дырками, а вон книга лежит тут одна. Я не помню, еще я помню. Вот она перед этим была, чё. Все забрали? Ага. А во сколько мы стартанули? Часа 4 назад. Чё 4? 3 часа назад. Почти 4. Ну я тебе по количеству колбочек говорю. 3 колбочки ушло, час 4 выпил. Колбочки. Это Морозы мы 8.50 били. У кого там книга на РДД есть? У своей нет, да? Конечно же. Смотрите, что тут будет. Босс и ты. Вот в этом углу, противоположном углу слева. И там, где кинескоп. Ну, блядь, кинескоп. Тут ты, блядь. О, гнев титана. Как ты его? Телескоп. Телескоп. Там появляться. В этих трех местах будет портал появляться. В случайном порядке из них появятся лучи. Синие РДД должны брать, зеленые хилы, синий танк. Синий луч увеличивает твой ХП, отхиливает тебя и босс на тебя агается. Только с красным лучом. Да, с красным. Синий баф дает. Увеличивает магический урон, но тебя... И твой получаемый магический урон увеличит. Ну, хилом там вроде ману, если что-то такое. Короче, полезно для хилов тоже. Не, зеленый наоборот, поправлю. Зеленый у нас рога пусть берет. Зеленый, короче, снижает каждые 2 секунды базовый запас маны. То бишь, если туда хил встанет, он через 30 секунд будет, ну, с нулем маны просто. 0-0-0 маны будет у него. Туда рога должен вставать. На зеленый. Потом встанет, ДК. Так, красный танк, зеленый рога, а синий без разницы. Давай ты, потом я. Давай ты, а потом я тебя посмертно заменю. А я не хочу умирать. Я тоже не хочу умирать, но это неизбежно там, блин. Ну ладно, давай, я под Герой первый раз постою. СС есть же. Короче, я дам... Я дам СС на себя. Сразу Геру дадим, как только синий появится. Я прохуярю, надеюсь, черная лужа в меня не прокнет. Ну, а если сдохну, потом СС-ом встану еще. Так, что, хилы? А хилы куда становятся, ты говорил? Хилы никуда, просто стойте, смотрите, позиционируйте свое тело, как будто бы хотите вон туда к стене бежать. Вот тут вот позиционируйте, где сейчас гоблин бегает мелкий. И все. И, ну, и пиздим манекен. Рога, ты должен зеленый луч перекрыть. Этот зеленый луч ты должен глазками увидеть, с какой он стороны будет, ну, ебашить. Он либо вот, ну вот как, либо вот отсюда будет этот луч хуярить, Рога, смотри. Либо вот отсюда он будет хуярить в босса, вот тут, где я прыгаю. Либо оттуда, где сейчас протопал стоит. Либо вон оттуда, из-под этого, блядь, перископа, телескопа. Вот как только босса запулим, сразу такие 3 портала будут. А его перекрывать просто, ну вот, просто встанешь и все это, его перекроешь. Короче, и в черных лужах, вы и в черных объясняете, лужах, я хуй пойми, как вы объясняете. Из 3 порталов идут лучи, и лучи идут в центр модельки босса. Чтобы словить луч, нужно находиться на одной линии.
где портал, потом вы, потом центр босса. И самое главное, что вы должны тут объяснить, это про черные лужи, насколько они опасны и что с них надо моментально выходить. Это очевидно. Лужи да, не ну, стоят. Ну, так а я не слышал об этом ни слова. К сожалению, один тик. Так вы не дали мне сказать. Да, один тик лужи по-любому придется получить, ничего не поделать. А, и еще вторая фаза будет тут, просто от него отбегать к стене, да и все. Да, поэтому здесь позиционируйте сразу. Не успеем убежать. Короче, сейчас увидите, заебемся на этом боссе. Ладно, это все, конечно, заебись. И две точки, где босс будет стоять. Первая и вторая поставьте. Первая, где протопал стоит, вторая, где вот гоблин не, бегает. 3D-метку поставь. А то вот это где там? Ну, куда танку водить босса? Вот здесь вот первая точка. Здесь держится босс. Красный портал здесь он спиной ловит. И вторая на у этого портала. И у вот этого портала. Разница. Короче, ладно, я понял, вы думаете, чудом все будет убиваться. Танку две точки поставьте, чтобы было понятно, откуда босс водится и куда. Да я знаю, куда бежать. А, ну все. Да, я да, не вы... понимаю, какая разница, если его в центре бить. Объясни, какая разница. В смысле в центре бить? С чего мы не центре? Будем его в центре бить. Его в центре что? Никто не бьет. А какая разница, бить его, блядь, в углу или так? Ну. Так он же, сейчас... мы же убежим, когда он почернеет. Ну, а ты что, от центра не убегишь сюда? А он достанет от центра сюда. Он достает, достанет от центра. Тут ебаная ренжа конченая, они ее еще не починили. Он. Сейчас там увидишь, он сейчас будет вот где протопал стоит. Какой-то вот чел долго будет бежать, дольше, чем все. Ну, все, типа. И протопалу вообще прилетит. Надо. Да, протопалу вообще надо либо, блядь, ботинки, либо скорость бега какая-то. Ну, либо хантовская палубы. Есть аура. Давай, да, вот, да, вот одна в черепке точка, а вторая напротив, возле той стены. Ну да, да, да. У той стены и у той стены. Так и будем. Да, да. Ну, он его не в черепке, конечно, будет держать. Он вот его будет держать, где сейчас пал прямо и стоит. Вот тут пал и будет. Тут его тело и будет находиться. Вот прямо. Это уже нюанс, просто фишка сама, что босс близко к этой стене, потом мы уже кто убегаем, чтобы он нас не дыхнул. Пойдемте, я говорю, с первого трая эта хуйня не убивается. Не, давай. Не убивается в смысле, но сейчас убивается. Увидите. Я говорю, да? Подожди, Агрия. он же и ходит. Жди, да, пусть подойдет. Туда его заведешь к черепу. А тут его можно танчить спокойно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая красный потеря. Поймаешь? Синий с телескопа. Да, я синий пошел. А, лучи появятся потом. Бел. Давай Геру сразу. Лужа. Не нужно там перекрывать, просто рядом с боссом стоишь и пиздишь. Сильно тебя там бьет? Ну не хилят пацаны, как бы 0 хпс-а. Не сильно бьет, изи прохиливается. А где ты был? Ты же не был. Я стою в синем луче, как положено. Я в душе не ебу, где ваш синий луч находится. Хилы, он расхуярит. Хилы, стойте под боссом просто. Так, что, все, он обиделся, да? Давайте дам диван и как-то пойдем, хуй его знает. Да, или, да, или просто посмотреть, чтобы люди поняли, что делать. Так а что тут смотреть? Все посмотрели, вот босс опять сейчас станет белый, теперь его там держать, вот где протопал сейчас стоит. Все, опять три луча, опять бьем, опять почернел, вернулись налево туда, к зеленому. Пал, они поменяли, видишь, свою эту... А, ну ты уже один, понятно. Ты смотри, где красный обычно. Тут хилить надо танка,
и того, кто на синем луче стоит. Ну и тех людей, на которых лужа кинулась, чуть-чуть их подхилить. И все. Ну, то бишь, меня будет с каждым, каждые 3 секунды, в меня будет сначала 8 тысяч в меня заходит, в чернокнижника, потом 10, потом 12, потом 14, потом 16. Вот у меня уже 16 тысяч тикнуло, уже сдох я. Но это прохиливается изи, в соло вообще. Шаман в соло прохиливает, друид в соло прохиливает этого босса. Холи пал, ну, подавно. Куда портоваться? Ну, там же Аран есть, телепорт. К Арану, да. Можешь у моба портануться, то же самое будет. Ля, вот гневу бы тоже могли портал сделать. Ну, прям вот гневу прям. Нахуй вот эта вот беготня. Я вот не понял тоже, зачем они к Арану сделали телепорт, если у моба есть порт. Угу. Вот сюда надо гневу, к Малчу надо было портал сделать. И все, в итоге вот гневу, блядь, беготня. Один хуй осталось. Че, блядь, делали? Хуй поймешь их. Ну вот к Малчу, типа, спасибо за портал к Малчу, заебись. Ну вот гневу-то тоже можно было сделать. Короче, ноль логики, блядь. Чем могу быть полезен? Ступай с честью. Что привело тебя сюда? Тут порт есть в центре. А, блядь, гневу и есть порт. Просто мы моба не убили, блядь, на туре. Ну, давайте пизданем, сейчас придут все. Сука, сделали гневу порта, я их обхуесосил уже, блядь. Ну, бывает что. Есть гневу. Замаскировали курва. На туре, да. Давайте эту мобу уебем. А где еще гневу портал? Да вон, я. А, да я внизу еще просто. Что, есть кто танчить? Он фирится, по-моему. Да Пауза отошел. А Паузер ретрик не вытанчит? Ретрик, танкуй. Ну тут косты надо покикать, он не бьет нихуя. Моб, по-моему, фирится, я его пофирю. Ретрик, давай пизди его. Он, по-моему, ну, фирится. Ну как косты я покикаю, пусть не. По-моему, он фирится. Да, он фирится. Все, просто убивайте его. Я его пофирю просто. Да все, я танкую. Батя баф спиздил охуенно. На 8% увеличен урон. Ну, раньше обузили. Книга здесь есть. Раньше обузили же этот, ну, баф мага, магу приводили этого моба вот сюда, вот он напиздивал, потом босса пулили сразу. Там аркан, блядь, под лучом, блядь, 50к ДПС хуярил. Все хейснулись. Я думаю, залупой не надо заниматься, надо меняться на синем луче. Давай меняться. Потому что там... На стальке уже бить начинает. Ну, я не знаю, что там... Я просто не понимаю, что там меняться, но вот последний тик был 15 тысяч. Типа, 15 тысяч за 3 секунды нельзя прохилить, что ли? Ну, там кто хилит, там Иршам и... Поставь сом. Ну, у шамана одна волна хэви, блядь, 1.5 секунды 20 тысяч хилит. Ну, был бы хэпал, еще как-то можно хилить. Поставь порт. Ой, этот, блядь, сумон. Так, а портал же есть, чё он там? Я еще не видел портал. Может, после смерти босс появляется? А, ну, видимо, да. Не, это гениально, если после смерти. Не зря я их отхуесосил, короче. Ну, там айба. Короче, прохиль прям без проблем. Быстрина, омоложение, все, блядь. И один микрокаст в меня давать, все. Это под конец только. Протопал вообще да босс не бьет. Да я ебеня убегаешь, блядь, вот в прошлый раз. Ну, ты мне просто... Не, просто... не отображался даже в хиллботе. Ну, я стою там, откуда луч хуярит. Я не я свое положение определяю, братан. Ты, игра. Ты метку ебани на него без лишней вот этой хуйни, чтобы он видел, где он. На лока. Все он будет видеть. А ты без СС? Сейчас дам СС, я на прошлый не давал.
Да мне кажется, рано давать нахуй, а люди пока не втуплят, что происходит, будем дохнуть. Можно его скипнуть пока что. Не, нельзя. Нельзя, дверь закрыта. Да ладно. К Малчу нельзя. Да, к Малчу нельзя без этого босса, да. Ебать, Сирус, ты проверено. Мы тоже думали, нахуй он нужен, этот гнев. Короче, рейндж вот этого каста просто ебанутый. То бишь, просто ебанутый. Типа, он только чернеет, ты должен на 180 сразу, ну не на 180, на сколько там градусов, и сразу давай туда. Давай, знаешь, как сделать, чтобы было проще. Сколько стаков за одну стака? 50, да, максимум? Вот на 45 хотя бы говори, что готовьтесь бежать, и чтобы люди уже двигались на другую сторону. Ну или изначально позиционировали уже на той стороне. Ну всё. Вот, заранее хотя бы надо говорить, иначе будут вайпы, блядь. Вон моб стоит, почините, кому надо. Эйги там, блядь, возьмите. Чего вам там надо еще? Придет пулеш. Кто там шкабает, блядь? Там никто-то обороняет. Я не знаю, почему там нельзя начать, блядь. Чем это помешало нам, блядь. Потому что тот красный, где я сейчас стою, там. Проще. Да, рандомно лучи появляются. Красный всегда тут первый. Да и похуй, повернулся просто туда спрятался. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Сейчас луч появится и БЛ дадим. БЛ. Рога зеленый лови. Рога. Шаман. Вместе не стоит. Скажешь, когда тикать больно будет. Два хила. Пацан уже умер. У нас в луче. Ой, в луче, блядь, в лужу. Вставай. Я все, я уезжаю, но задал тебе. Ша. Бегать. Сейчас чекнем. Не плюет, заебись, убежали. Да, вот так вот и надо. Ебать, я только бы ДПСить начал сейчас, ебать. Ну ладно. Странно, что дебаф так быстро спадает, твоча. Должен полтора минуты висеть. Угу, здесь нет. Без там. Серый, что ты, блядь, сделал? Так чё, я так же стою пока, да, на синку? Там потом... Бля, хан, выключи, ебаный стыд. Ой, Луч. Зелёный на хиле, юбки. Рога, зеленый поймай. А все, у него дебаф. ДК, замени рогу. Да, блядь, я же объяснял, как лучи идут, блядь. Не двигайтесь вы с ними, только вперед или назад. Луч идет в центр босса. Ты что, невменяемый? Рога еще зашел в лужу, сдох. Макс, забирай, короче. Хочу жить. Убегаем. Уходим. Чего ты там стояли так долго? Уходите. Сейчас, бля, смотри. Но аспект решает. Сейчас плеванет. Не, нормально. Да, аспект решает все-таки. Аспект просто решает. Без аспекта я заебался на этом боссе вайпаться. Сам лично танком замыкал, последний, идеально в 0-1 убегал, идеально бежал и плевало нахуй. Несколько траев. БР у нас оба в КД, походу вместе отдали, да? Нет. Так. Не забудь. Да. Зеленый, ой, синий тут теперь. Вижу. Я перед тобой стал. Угу.
зеленую взяли. Вот это сейчас как-то поставили его очень хуево. Да я не знаю, танк не понимает, зачем тебе ближе к красным, блядь, порталу. Короче, ну, короче, тупанули сейчас просто. Сейчас просто к зеленому порталу. О, все. Вы меня достаете, Филич? Подойдешь поближе там. Сейчас отдавать буду. Тебя, да, сову не достаю. Не знаю. В курсе, куда бежать? Все, лайк. Пошли, блядь, падать на. А уже забыла. Уже левее занимайте позицию, левее занимайте позицию. Вы думаете продолжать бить или чем, блядь? Нахуя? Ну а кто у нас мертв? Рога и Ретрик. Давайте доиграем. Страшно. Рога. Ух, вообще. Ух, хп еще. Ну а чё нет? Хилов мана пока есть, все нормально. Главное, чтобы персу не уперлись. Но Роги и Ретрику, конечно, можно было не умирать в луже, да. Ну это понятно. И двум хилам тоже. Ну это да. Но лужа очень просто дикая нахуй. Людям нужно же как бы там реакцию секунду. Ставь пока метку. А что вы хотите, 12 часов ночи? Метку ставь. Нормально, пусть так и стоит. Так и стой, поебать, нормально. Зелёный луч. Все нормально. Все хорошо стоит. Вполне. Сорок пять ловишь? А, слышишь, на мне нету нихуя. У нас синий луч. Но у меня есть. Я стоял без него нахуй. Просто фирус, бля, без комментариев, нахуй. Ты, наверное, в портале стоял. Может, баг? У меня, типа, дебаф остался, типа. Не спал, как будто. Уходим, уходим. Уходим, хант, аспект. Под аспектом вот прям хорошо, изи прям успеваем. Идеально. У кого-то есть таймер персы? Чё там до персы? 3.13. Сколько? 3.10. Короче, будет. Блять. Ну, скажешь, когда останется 20 секунд, потом не будем бегать, на все бабки поедем прям в черного хуярить. Ну, типа тапками, если докидаем или нет, типа. Потому что тут перса, ну, правильно, Дон пишет персу. Она есть у босса, 100%. Ловишь? Да. Все, ну. Ну, я имею в виду, дебаф дает. Да, все в порядке. Ебаш. Бля. Можно им вышел. Шаман. Блять. Можешь меня, да, подменить? Можешь меня уже. Сука, блядь. Ты сосной, блядь, стоим. Ебать. Чуть. А, все, на тебя прокнуло, вижу. А некому заменить лучше, у меня дебаф. Синий кто-нибудь встаньте, похуй кто. Короче, ложитесь, я ебал эту хуйню. Че, у нас еще живы есть? Да ложитесь, нахуй это надо, блять. Да дайте на хила хотя бы этот фигню. Диван дал. О, нихуя себе вейт. Рога, отойди, Рога, ты куда? Куда ты бежишь, блять, ДК? Ёбаный стыд. ДК, зачем? Спасибо. Нахуя? ДК, нахуя? Зачем ты это сделал? У нас было вейт. А, тут диван есть, все нормально. Да, блять, вообще в дисе, нахуя ты побежал на босса, блять? У нас было вейт. Все. Да никто не сдох, босс заэвейдился. Ну типа да, у нас заэвейдился босс, ты что не заметил? Заэвейдился. Четверо уже стояли живы, спокойно. А ДК можешь вставать, ты там близко к боссу. Остальные зачем встали? Лапушка. Правда.
Сейчас отойду на минуту, бафаемся пока. Сейчас. Я же говорил, кара на 6 часов, блядь. Ну, если бы так не тормозили, то было быстрее намного. Там перерывы всякие, блядь. Люди лезли. Перерыв был всего один раз. Два раза. Всякий. Ну, второй раз был, когда Лок ливнул. Ну. Лок не ливнул, просто офлосы. Ну, что-то писал, но я не... Один хуй. Не надо здесь книга, лучше не.